плывет потихоньку. Уже присел.
фальстарт я выиграл. Отлично. Подписчики как-то на танковую приехали. А когда приехали? Какой-то движ, я не помню, что там. А, Залупас приехал, понял. Мы там чинили его долго, что-то починили. Это зимой еще? Да, да, да. И приехали там несколько человек. А я помню, это не было. Так, там какое-то движение. А что ж там за движение? Уже ж все типа завершилось. Не участвовать, там еще пару машин. Да? А, так РФС продолжается, мы едем на него, если доедем. Не, ну машина проверенная, я думаю, не застрянем. Витя вчера говорил, говорит, невозможно засадить, пытался, говорит, не будет. Ну ты видел он, я только что? Да, да. Если бы не я, то, ну, кто-то другой бы застрял. Да, ну сложно было. Смотри, мы пропустили, там серьезная машина была только что. Витара, лидер. Колеса не сильно ставлены. Да, да, колеса. Колеса, да. Из-за этого чуть сложнее, но так хорошо едет. Что там, кто-то еще будет ехать? Интересно. Что там взяли? Какое время? Тут, наверное, все уже, да? Блин, елочка. Так, все, FreeFest финиширует. Едем мыться по оффроудному маршруту. Можем продлить, в принципе, заехать там, где Додж не проехал вчера. И нас приедут спасать. Маша еще не уехал? Я не знаю сейчас. Ну, Паша, я не знаю. Давай на холостых. А, подожди. Понижение еще одно, вот на холостых. Пробуем, как едет. Едет. Да, запах этого болота. Суровый, да? Ноги убраны. Какой мотор? Что за мотор? Toyota 2.4 турбодизель. 2.4? Угу. За счет двух раздаток, за счет понижения. Да. Едет на холосте. Вот мы тут с тобой ехали, да, вроде чуть не застряли, смотри, на холостых едет. Тут же ж мы ехали? Да. Ну мы газовали, получается, а так. А так в натяжку себе едет и все. Цепляется, не буксует, не заливается. Да. Просто едет. Так еще колеса стоят. Ну да.
Вот колея какая суровая. Чья это? Так, ладно, давай вон этот бугор попробуем проехать. Впереди который. Ох, тут и запашок. На вот этот бугор выйдем, интересно или нет. Нет, отпускаю газ и ехать начинаю. Потихоньку метра школы идет. А когда газуешь, все загорелось. Вот именно да, что не спущенные колеса, поэтому... Ну да. Да, в натяжку посмотри, как едет вообще. Намного лучше, чем когда газуешь. Да, сейчас одна понижена на второй раздатке. Я на зеленого тоже буду две раздатки ставить. Одна лазерская, вторая на 69. Ого. А что там, не хватит? Ну мотор что, мотор жигулевский, он по мощности не особо, он высокооборотистый, но на низах он не будет тянуть. А за счет двух раздаток... Может бортовые редуктора лучше поставить УАЗовские? А, или у тебя мосты? У меня мосты УАЗовские. А, у тебя мосты УАЗовские. Ну да, тогда. Да, проехали как хотели. В общем, все. Все, завершаем, сейчас промоемся чуть-чуть. Одинокий запорожец нас ждет на берегу. Цунами нормальное. Добавили воды немножко. Поезд завершен. Едем в лагерь? Практически. Сейчас я заеду, помою сбоку чуть-чуть его. Покажи. Я тоже рыбак, оказывается. О, выпускает, нормально. Помыл? Так, мы помылись немножко. Подписчик подошел и говорит, дергните нас. Недолго была машина чистой. И я вместе с ней сейчас будем дергать. Вот и подписчики застрявшие. Блин, а где же веревку взять? Ту-ту-ту-ту-ту. Веревки нету у нас тоже. Ну там дергните, может. Не быстро закончится. Так, все закончили оффроуд. Одинокий подписчик стоит. Сейчас попробуем у кого-то взять веревку и спасти его. Может, Паша не уехал, подтянет. Наверное, уехал уже. Все, фест завершен. Практически. Ну, вот такой у меня мотоцикл был когда-то. Лишь Юпитер 5. Да. Так, друзья. Оффроуд. Прифест. Практически завершен. Сейчас попробуем подписчика вынять. Я не уверен, что я... Хотя Леня дал хорошую динамику. Это трудно
всем стропу дать, не знаю почему. Боятся потерять, может. В общем, там они сидят, наверное, я не думаю, что... Может, кто-то, правда, подъехал, подлебедил, сейчас посмотрим, было бы хорошо. Да, кто их вытащит в воскресенье после обеда? Никому они не нужны, естественно. Сделаем им фото на память с запорожцем. Вот и УАЗик. Так, Мега УАЗ спасает просто УАЗ. УАЗ засел очень крепко. Пошел. Пошел в легкую. Мега УАЗ едет. Отлично едет, все вынимает. Вот все. УАЗ спасен. УАЗ тоже такой боевой. С мерседесовским рулем. С панелью от Жигули. Шестерки. Да. Подлокотник какой модный, ну вообще, это эксклюзив. Подлокотник у вас модный. Этот в жужика закинь. Или рядом положи, я закину. Мега УАЗ, это бомба. Подписчиков спасли, белый дельфин пошел помыться. И домой. Ну вот спасенный УАЗ. Блин, нормально едет. Так, ну что, мы стартуем.